Всем привет, привет, всем, кто открыл видосик. Значит, у вас есть желание хотя бы поучаствовать, хотя бы посмотреть, что вы можете сделать. Но сразу скажу, что конкурс для тех, кто умеет что-то делать руками. Даже если это можно делать в фотошопе. Ну ладно, это лирика и отступление. Ну а давайте к делу, конечно же. Пока доктор не видит, я тут решил ему сделать сюрприз. Раз тема у нас сегодняшнего Нового года именно чумной доктор, как мы можем это пройти стороной? Конечно же, никак не можем пройти такую вещь стороной. И поэтому мы объявляем конкурс. И конкурс называется «Чумной доктор». Именно аватарка. Доктор попросил сделать хорошие вещи. Вот для исходника я вам даю вот такую картинку, чтоб вы видели. И эту картинку надо превратить в чумного доктора. Я выбираю нашему доктору ту аватарку, которая у него будет появляться везде. И также ВКонтакте. ВКонтакте вместо аватарки, которая сейчас стоит у нас в виде Джокера, будет такой же чумной доктор. Я уже красиво все переделаю, все передам. Ну а доктор, конечно же, все оформит. Оформит и будет уже все классно. Итак, сегодня у нас скетчи, зарисовки и, конечно же, красивые рисунки на тему «Чумной доктор». Доктор на вашем экране. Ну а каким чумным он станет, это уже вам решать. Может быть, появятся у него лишние ноги, может появятся лишние руки, или двойная голова, или красные страшные глаза. Не знаю, вот решайте сами. Что хотите, то делайте. Я выбираю себе аватарку. Ну и, конечно же, среди этих аватарок 6 мест, ребята, 6 мест я буду выбирать именно аватарки, которые понравились мне и которые я буду в дальнейшем использовать и для формата видео, и для заставок на стримах, и для аватара на ВК. В общем, я не знаю, я прошу чисто у вас помощи как раз в этом деле. Ну и награждение самых красивых аватарок тоже буду делать уже на стриме 7 числа. Ладно, ну более-менее объяснил. Или нет? Ищу шаржи, зарисовки, красивые форматы портретов. Ну не знаю, как хотите. Тема «Чумной доктор». Я так ее называл. «Чумной доктор. Аватарка». В общем, дерзайте, ребята. Ну, думайте, придумывайте. Может быть, что-нибудь интересное у вас, какая-нибудь идея. Приветствуется и креатив, и тонкая красивая работа. Ладно. Но это еще не все. Как я и сказал, 6 призовых мест. То есть это по-нашему по 200 рублей за вашу работу. Как-то так. Не знаю, много, мало. Ну, посмотрим, как пойдет. Может, если будут прям очень красивые работы, даже расщедрюсь и подарю больше. Если прям очень сильно понравится. Ну, а мы перейдем ко второй вещи. Ну, здесь, ребят, это моя елка, это моя елка сфотографированная. Хотел посмотреть вот на последнем стриме, который у нас доктор вел. Очень сильно его заинтересовало. А какие же красивые елки стоят у вас дома? Пусть это будет сосна, пусть это будет ель. Не знаю, кто как любит. Жду ваших фотографий. И среди всех этих фотографий, которые у нас есть, я их все пронумерую. И, конечно же, среди них мы выберем рандомом две любых елки, которые у нас будет, и их наградим также призами по 200 рублей. Ну, я думаю, что сфотографировать свою елку можно, для того, чтобы просто ее показать. Ну, не знаю, как пойдет, там посмотрим. Ладно, ну вот такие вот две у нас идеи, два конкурсика, конечно. Я хотел бы селфи так же, как Санчес, сделать, но меня интересуют чисто вот именно красивые елочки. Хочу оставить их себе на память и на память, конечно же, вам оставить, чтобы вы знали, что у вас когда-то стояла такая красивая елка, и она в ВК останется. Итак, два альбома у меня появилось. Один из них «Чумной доктор», где я буду аватарки рассматривать, и моя домашняя елка. На все про все у вас неделя, можно сказать, но чуть-чуть больше. 7
января я буду подводить итоги по одному и второму конкурсу. И награждать буду 8 числа. Раздавать денежные призы всем, кто победит. 6 мест на аватарке и 2 места на домашней елке. Ну, дерзайте. Ну, а доктору пока ничего не будем говорить, а потом он уже сам все увидит. Ну, ладно, ладно. Пока. И давайте, жду ваших работ. Можете начинать уже сегодня. Чем быстрее сделаете, тем красивее будет. Или нет? Чем дольше делаете, тем красивее. Да? Примерно где-то так. Ну, можно рисовать всем чем угодно. Ну, то есть, я непривередливый. Вот. Я отовсюду буду смотреть именно потому, что мне понравится. Ладно. Пока.